Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Орден 1886. Разобьемся на пары. Изабель, вы с Лафаэтом заходите на Хай-стрит с юга. Мы с Галахадом с севера. Французы, приставьте к Галахаду. Вам нечего опасаться, сударыня. Даю слово чести, что проявлю себя подлинным рыцарем. Я бы предпочла, чтобы меня опекал кто-нибудь более опытный. Разве вы нуждаетесь в опеке? Хорошо. Пойдете с Галахадом. Но я не теряю надежды продемонстрировать вам свой талант. В другой раз. Помните, мы на территории повстанцев. Они придут в ярость, когда узнают, что мы вторглись в Уайтчепл. Исходя из того, что мы узнали в Мэйфере, наша цель — лондонский госпиталь. Странно, что ликаны решили укрыться здесь. Вы не находите, месье? Вы думаете, что повстанцы сотрудничают с полукровками? Лорд-канцлер в этом убежден. Я сомневаюсь. Никому не доверяете, мол, генераль? Нельзя ничего принимать на веру. Этому девизу уже много веков. Ну что ж, приехали. Будьте бдительны, помните, враг может быть где угодно. Quelle joie! Гнездо воров, осведомителей и распутников. Когда-то все было иначе. Давайте прогуляемся. Готовые приютить любого сторонника. Это было еще до меня, когда и стен вокруг города не было. А теперь Уайтчепл можно найти по запаху. Все теперь не так, как прежде, Себастьян. Да, и орден изменился. Так, давайте сломаем. А, отодвинуть надо. Встречаемся у госпиталя. Будьте начеку. Вас понял. Сюда, месье. Так, что здесь? Трубка. Зала еще теплая. Может быть, что-нибудь еще здесь? Привет, мальчики. Привет, девочки. Ну, идите к нам. Главное, чтобы француз там к ним не прилип. Лафайет. Хорошее яблоко. Очень прикольно себя продавец повел. Что, может быть, поможем? Натекло, прям как со свиньи. Плохо дело. Ему кранты. Вот и не вставай, придурок. Так, тут люди. Там кто-то повешенный. Как же наша королева проявляет заботу о нас, простых смертных? Она посылает сюда рыцарей, они вламываются в наши дома, и все якобы во имя закона и порядка. Вы спросите, где же закон? А я скажу, где. Убитый похоронен. А когда закон
не может вступиться за людей, люди сами должны защищать себя. Они говорят, мы стали... Повстанцы? Нас заметили. Они говорят, уходим. Англия – кузница прогресса. И что этот прогресс вам принес? Вы живете в трущобах, едва сводя концы с концами. Я не знаю, клянусь. И вам еще говорят, что вы должны радоваться этим жалким крохам. Она погибла из-за тебя! Опа. Я надеюсь, я его не убил. Что здесь? Не бойтесь, вам ничто не угрожает. Откуда мне было знать, что это потрошитель? Он был такой же, как все. И что, новая жертва? Я не знала. Оставьте ее, месье. Я не знала. Спокойно. Не бойтесь. Не совсем понятно, что произошло. Почему вот этот человек бил ее? Странно. И ничего не объясняется. Надо пройти в эту дверь. В какую? Вот в эту? Да, давайте пройдем. О, что-то новенькое. Так, L2. Так, еще раз. Удержите L2, медленно вращайте R. Так, и не понял, как открывается, потому что сделал ровно то же самое последний раз, что и до этого делал. И при этом у меня ничего не получалось. Ну ничего, разберемся, может быть, в следующие разы. Эту картинку мы видели у Теслы, по-моему. Занавеска. Бордель. Заведение с оружием, вход воспрещен. Хотите остаться? Сдайте пушку. Конечно, месье. По правде говоря, мы просто гардероб искали. Давайте. И развлекайтесь. Не волнуйтесь. Полагаю, небольшая разведка в такой ситуации необходима. Если мы хотим делать разведку, то, мне кажется, нам надо... Было как-то переодеться. Я не спешу. Так что можешь не торопиться. Так, что здесь? Это у тебя Оу. Да, верно, мэм. Ничего страшного. Какая прелесть. А мне можно третьим? Хорошо. Видимо, нельзя. Ладно. Смотрите, там на сцене ванна. А я бы тебе показала кое-что особенное. Не сомневаюсь. Ты знаешь, что говорят про большие... Ну, плевать на тебя. Подумаешь, кретин. Так, вот там вот игральный стол. Давайте туда посмотрим. Вороны Лондона. Они объединяются. Они объединяются. Давайте закроем.
как вам шоу принимать ванну на сцене, по-моему, вообще отличная идея. Так, что у нас здесь еще интересненького есть? Вот еще что-то, смотрите. Thanks. Какие-то рукописи. Зачем нам это показывать, я не понимаю. Йоу, подружка. По-моему, ей по барабану до нас. Так. Ты офицер. Генерал-майор Лафайет, ветеран американской армии. К вашему. Маркиз, ну вы нашли время. Надо выбираться. И быстро. А пушки как мы будем забирать? У меня есть то, что надо. Если одна из дам сможет заглянуть ко мне в карман. Давай сюда. Достаточно, месье? Более чем достаточно. Тогда, может быть, пойдем в номера? Ну что ж, давайте пройдем в номера. Я только за. Тут такие подтеки. Тебе понравится, обещаю. Меня! Возьмите меня! Да что ж такое-то? Сюда, милый. Сюда. Так. Вы ошиблись с комнатой? Где этот лягушатник? Он вон там! Он с другом! Эй! Иди отсюда! Привет! Привет! Отличный револьвер. И винтовка. Или это даже был автомат. Ну, месье, что будем делать? Ку-ку. Так, ну что? Может быть, здесь еще что-нибудь интересное есть? Нет. Тогда на балкон пойдем. Так, надо как-то выбираться. Наверное, вот сюда вот наверх. Давайте сюда поднимемся. С оружием мы разобрались. Так, вот сюда теперь. Я думаю, да. Давайте-ка вниз. Отлично. Тут посторонние. Берите оружие, вперед. Оу. Нет. По-моему, нас засекли. Так, сюда. 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 Мы разворошили гнездо. Ну, отлично. И что дальше-то? Стойте на страже, маркиз. Прикольно, лужицы такие. Буду бдитель, месье. Хоп, давай-давай. Залезай. Так. Подъемный кран, типа, лебедка. Есть. Что тут у нас еще интересно? Нет, больше ничего не открывается.
Так, и что дальше? Ага. Сюда. Сюда. Радиаторы тут какие-то стоят. Мятежник убит. Перезарядка. Чисто. Быть может, крыша не лучшая идея, месье. Да, вы правы. Поищем другой путь в больницу. Так, что здесь у нас? Печка, чайничек. Прикольно. О, возьмем ружьишко. Может быть, еще что-нибудь? Ага, патрончики. О, отлично. Я нашел выход. Так, ружье, автомат. Гранат как взять? Вот. Есть. Ладно. Так, вот выход. Что, сюда, наверное? Нет. Прыгаем. Может быть, надо было выстрелить его? Опа! Слишком легко. Так, народ разбегается от нас. Будьте бдительны. Лучше не привлекать лишних. Да ладно, все и так нас боятся и разбежались уже. Королева. Посмотрите, Бог не хранил королеву. Марш! Лафайет, не высовывайтесь. Нужно избавиться от снайпера. Понял вас. Перезарядка. Перезарядка. Стреляй! Ох ты, гад. Не могу высунуться. Где вы ходите? Лопатит вам устроить. Укрытие, месье Галахан. Готов. Thank you.
Готов. Ах ты гад. Перезарядимся. Готов. Давай, вставай. Ну, вставай, вставай. Беглецу конец. Готов. Все, по-моему. Так, давайте сюда забежим. Маркиз, за вами улица. Нам, судя по всему, сюда. Взять автомат, мне как-то он больше сподручней. Готов. Надо торопиться. Повстанцам подойдет подкрепление. Отходим. Патроны. Прохода нет. Что делать? Через здание. Через здание? Окей, давайте через здание. Из того здания выходит стрелок. Со стрелком покончено. Так, что дальше? Граната. Их дохренище. Перезарядка. Перезарядка. Перезарядимся. Вот теперь попляшем. Месье, я вступаю в бой внизу. Вас понял, маркиз. Так, что-то... Все, парень, ты пошел.
Готов, собака. Мало не показалось. Перезарядимся. Откуда ты взялся? Я перезаряжаю. Так, посидим чуть-чуть. Готов. Черт, патроны кончились. Противник убит. Патронов больше нет. Готов. Цель уничтожена. Больно. Беглецу конец. Только у меня патронов уже почти не осталось. Так я с тобой согласен. Надо скорее убраться с улицы. Заберитесь на крышу, отлично. Вам помочь с фургоном, месье? Блин, надо патроны, патроны. Тут наверняка где-то должны быть ящики с патронами. А, ну вот они, конечно. Так. Помочь с фургоном, месье. И автомат нужен. Вот еще ящик. Отлично. Так, давайте возьмем. И пойдем к фургону. Так, что с фургоном? Толкаем, да? Ну, потащили. Так, ну, наверное, сюда надо забираться. Давай.
Во, пестик достойный. А то все какая-то Фуфляндия была. Наверное, сюда. Ящик какой-то. Так, инструменты. Нет, здесь не пройдем. Куда же нам идти? Вот сюда, на крышу, наверное. Переказ-то был на крышу. И теперь, наверное, сюда. Давай, давай. Персиваль. Персиваль, вы слышите? Это бесполезно. Здание блокирует сигнал. Плоды прогресса. Дайте монокуляр. Ух ты, клёвый. Дирижабль. Вижу цель. Госпиталь в 2 милях к западу. Видите наших? Пока нет. Так, и что мы должны увидеть? Вижу, там какая-то перестрелка идет. Вон, наверное, они. Ну что, идем на бал? На маскарад. Сначала друзей. Штаб, это Галахад. Вызываю все подразделения в окрестностях Уайтчепела. Штаб, это Галахад. Вдумайтесь, месье. Мы здесь без приказа. Лорд-канцлер будет крайне недоволен. Я совсем не хочу по трибунал. Не время об этом. Сэр Галахад, это Страж 5. Мы на северо-востоке от Уайтчепела. Таков приказ. Страж 5, это Галахад. Нужна поддержка с воздуха. Вас понял, сэр Галахад. Подаем сигнал синим и красным светом. От вас требуется подтверждение для коррекции курса. Так, Страж 5. Это тоже Дион? Вот. Подайте сигнал. Так, отбить указанный ниже код Морзе. Нажмите кнопку сенсорной панели, чтобы передать точку. Удерживайте, чтобы передать тире. Ага. Сэр Галахад, это Страж 5. Мы определили ваше местоположение. Курс изменен на 224. Мы займем позицию над Уайтчепелом через 8 минут. Отлично. Принято, Страж 5. По прибытии ожидается приказа. Вперед. Стойкий запах болезни. В ваших парижских трущобах аромат получше? Дерьмо пахнет дерьмом в любой точке света. Логично. Так, после нас. Давайте после нас. Не волнуйтесь, месье, я цел. Жестко. Так, что тут у нас интересненькое? Кукла? О, смотрите, какая прелесть. Так, ой. Так.
Отлично. Посмотрели нашего любимого носочка, парня носочка. Давайте здесь пролезем. Может, лучше займемся поиском полуковок? Терпение, маркиз. Опять это слово терпение. Всегда терпение. Да, маркиз, надо терпеть. Как говорится, Христос терпел и нам велел. Так, сейчас будет бойня. Хватит, Джимми, пошли! Давай, я прикрою! Есть, сэр! Давайте ходу! Живо! Ну, снимайте! Давайте, ходу! Что меня? Идем! Готово. Перезарядка. Констебль, не высовывайтесь! Нужно помочь констеблю. А, сэр, по мне стреляют снизу. Отлично. Ах ты, гад. Готов, красава. Решили пропустить Пинту? Типа того. Мы встретили сопротивление. Повстанцы, на удивление, хорошо вооружены. Вот маркировка. Узнаете? Один из наших. Где вы это взяли? Идите за мной. Так. Чем дальше, тем интересней. Полиция. Такого арсенала хватит на небольшую армию. Здесь есть вооружение, созданное орденом. И Грейна даже нашла разрядник. Не знал, что мы теряли партию оружия. Мы не теряли. Вот, помогите-ка мне. Загляните внутрь. Ну что там? Эссекс М-86. Термитное ружье. Его же только недавно испытали. Прикольно. Тут даже номер не присвоен. Как эти образцы попали к повстанцам? А вот это я намерен выяснить. Прошу прощения, сэр. Вас ждут наверху. Наш выход. Так, сейчас я так чувствую, с новой пушкой выйду. Мадемуазель требует нашего внимания. Играй на! Мы уже здесь! Наконец-то! Прикольно. Вперед! Да где ж вас носило? Так, термитные... Вас понял. На втором этаже. Берегись! Термит! Одного термита недостаточно. Его необходимо поджечь. Так, нажмите R1, чтобы выпустить заряд, который подожжет термитную пыль. Там, отлично. Вижу их. Круто.
Прикольно. Класс. Вау. Эй, туда! Давай в тупик! Инспектор, нет! Черт. Надо ему помочь. Выходите. И Грей, закройте их огнем. Агилис, несите в дом. Че, в дом? Че делать-то? А, нести. За руки. Аккуратно, месье. Держу. Мы их прижали. Готовы? Понесли. У них укрепление. Мы тут как на ладони. Вот еще один. На тебе, гад. Месье, еще несколько футов. Готов. Давай, давай, давай. Прикольный пистолет. Порядок. Игра идет. Сволочуги. Помогите сдвинуть шкаф. Славно. Нет. Лекарство. Ух ты. Круто. Галахад, придумайте, как выбраться. Уже думаю. Куда его ранило? Боюсь, легкая пробита. Вторая пуля в живот. Блин, плохо. Кажется, я нашел выход. Ты отдыхай, сынок. Все будет хорошо. Так. Всем отойти. Поджигаю. Прикольно. Жесть какая. Донесем? Уже не нужно, месье. Ну, ё-моё. Оставьте молитву, Лафайет. Никакой бог уже не поможет. Ладно. Идем. Печально. Мы так старались, чтобы он выжил. Вот он, госпиталь. До него не больше фарлонга. И эти недоноски будут нас там поджидать. Так, почти дошли. Стоп, стоп, надо перезарядиться. Мятежник убит! Перезаряжаю! Отлично, цель поражена! Готово. Перезаряжаю! Готово. Так, пошли вперед. Куда дальше-то? Не совсем понятно. Все типа засели. Что за болваны строили этот город? Повсюду тупики! Отлично, срезали путь. Что теперь? Лафайет, монокуляр! Я
Они прячутся за теми колоннами! Продвигаться вперед! Балка? Вижу слабое место. Можно. Если я заберусь туда, смогу обрушить пути. Играй на Лафайет. Держись я огнем. Персиваль, за мной. Ух ты, какой красавчик. Готов. Тяжелый пехотинец убит. Помогите-ка мне. Ну, давайте. А что делать-то? Готовы? Опять этот орел нарисованный. Давай, давай, вверх. Заложите под мост термит. Галахад, взорвите мост термитом! Хорошо, как? Игрин, Лафайет, готов! Мы сейчас расчистим путь! Я заложил термит! Прошу, берегите головы! Жесть. Мощневое оружие, конечно. Просто чума. Такой бы нам в Великой Отечественной войне помогла. Так, что дальше? Дальше надо, мне кажется, перезарядиться. Идем дальше. Дальше? Ну, давайте дальше. Что здесь у нас? Газета. Правит Британия, но где же королева? Мы двигаемся к цели. Направляйтесь к нам. Понял. Так, открываем. Опа. Давай. Полиция. Эй, где ваш старший офицер? Вон там. Давай. Сержант. Сэр, что рыцарь Ее Величества? Где охрана периметра? Мы слышали кое-что. Лучше не соваться. Каков смельчак? Вы слышите? Не, я ничего не слышу. Где остальные повстанцы? Именно. Тут все стихло. Это не к добру. Галахад, вы... Я видел. И что? Полукровки. Ух ты, сколько они много. Они на крыше госпиталя. Надо разогнать их. Быстро. Вызывайте. Страж 5. Это Галахад. Как слышно? Сэр Галахад, это Страж 5. Жду указаний. Страж 5. Запрашиваю немедленный сброс сонарного заряда. Подтверждаю сброс гайзен заряда. Дайте визуальный сигнал для определения цели. Проклятие. У кого передатчик? Возьмите. Мой коммуникатор. Вот парень и пригодился. Наведение на маяк. Бросаю якорь. Прикольно. Сброс гальтон заряда через 5. 4. 3. 2. Приготовиться! Выключайте все!
Ух ты! Путь открыт. Вперед! Узнайте, откуда вылезли эти твари. Я вас прикрою. Месье, вам пригодится. Осторожней, друзья. Конечно, маркиз. Только б сработало. Так, ну что ж, пошли дальше. Что ваше хваленое чутье подсказывает вам теперь? Что мы должны быть готовы ко всему. Тоже мне новость. Так, ну что ж, началась новая глава. Это значит, что будем продолжать уже в следующий раз. Проклят. Всем большое спасибо, что смотрели. Приходите еще. Пока-пока.